Глава региона Олег Кожемяка осмотрел ход аварийно-восстановительных работ в Ольгинском муниципальном округе. Работы ведутся на мостах на участках сел Ветка и Новониколаевка. Экскаваторы вскрывают промытое дорожное полотно, укрепляют его. Сейчас идут аварийные работы в течение 2 дней, потом начнутся восстановительные работы. Главное, чтобы в течение 2-3 дней восстановить сообщение со всеми населенными пунктами, восстановить энергоснабжение, потому что не могут проехать, соответственно, энергетики для восстановления тех упавших опор, линий электропередач, которые питают населенные пункты. Глава региона добавил, что техника, направленная из Находки, подойдет в муниципалитет со стороны Лозо, а также в Моряк-Рыболов. Работы там начнутся, как только спадет вода. Здесь работает и министр транспорта, руководитель Примартадора, которая организовывает эту работу с подведомственными организациями, с Примартадором. Также работают еще те местные жители, у кого есть техника. Вот работает глава администрации Ольгинского городского округа, министр МЧС. Поэтому буду находиться здесь до тех пор, пока здесь не будет восстановлено транспортное сообщение. Накануне глава региона ввел в крае режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на 8.